Когда-то крутая тачка была. Пятерка. Прям такой. Жрала чуть поменьше. Еще запчасти подешевле. Куда бы это было, не бы. Вот сейчас самая дорогая в обслуживании. Да ну. Капиталил движок год назад. Мастер мой, пошли говорит, со мной по рынку походишь. А что, за украинский все запчасти? Да. Говорит, быстрее и дешевле найти на немца или на японца, чем на вот этот вот запорожец. Не-не, следующий. Да ну да. А там проезда нету, нам туда надо. Ну, это первое направо. А что нам показывает? Установлено. Нам показывает направо или налево? Это что, давай. Маршрут перестроен. А, ну, как покажет. Развернитесь. Развернитесь, поверните. Ну, через 200 метров. 59. А, она нашла. На улице, вот, вот. Я почему говорю, что с Алисой лучше не связываться, потому что этот дом... Она хрена определяет. 59А и все идут туда, в тупик. Вот. Значит, надо называть адрес, который она определяет. Я говорю 60. Правильно. Напротив, когда оттуда еду. Оттуда вот, правильно. Напротив 60, приезжаю. А чего вы с 59-го выходите? Я говорю, потому что 59-й, если бы я вам сказал, мы бы еще часа полтора друг друга искали. Маршрут перестроен. Сейчас напомню. Незаметный такой заездик. О, дождик всыпал. Это уже не первый раз за сегодня. И он красный. Вот 57 определяет. Я не знаю, 59, 61 я не вызывал. А вот 60 определяет. А этот не хочет. Как 59. А, вот сюда. Благодарю. Всего доброго, пожалуйста. Вырезала. Новый заказ. Чаевая стоянка 63 казначейства. А ну возьму.